Родительский комитет школы номер 22 вместе с педагогами и представителями администрации обсудили проблемы и волнующие вопросы перед новым учебным годом. Одна из важных тем – это программа присоединения детских садов к школам. Родители волнуют качество образования, учебный план и внеклассные занятия. Гарантом соблюдения их прав выступила депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Если говорить вообще об образовании, то Московская область, я не беру страну или Москву, а Московская область в международном рейтинге по качеству преподавания в школах находится на достаточно высоком уровне. И одни только лицеи, вот Капцы и там Примаковы и другие лицеи, они в этом плане действительно являются ориентиром и показателем. Родителям объяснили, что после слияния будут созданы единые образовательные кластеры, в которых качество обучения будет выше. Эта программа уже реализуется в Москве. В Московской области будет проходить поэтапно. К каждому учебному заведению найдут индивидуальный подход. Завершить процесс объединения планируют до конца 2030 года.